Илья Григорьевич Старинов – это легенда советской армии. Пройдя через несколько войн, он разрабатывал самые эффективные мины для подрыва поездов, мостов и мест дислокации. Его самым известным подвигом было уничтожение генерала Георга Брауна, командующего 68-й дивизией вермахта. Во время отступления советских войск из Харькова было решено заминировать элитный дом, где до этого проживал Никита Хрущев, первый секретарь Киевского обкома ВКПБ. Было известно, что немецкие офицеры предпочитают комфортные квартиры, поэтому дом Хрущева был идеальной целью. Старинов с группой саперов заложили мощную бомбу в котельной особняка, дополнительно заложив другую отвлекающую мину, которую немцы быстро нашли. Взрыв произошел через несколько недель. Бомба была активирована удаленно, радиосигналом из Воронежа, и унесла жизни нескольких офицеров, включая Георга Брауна. Стратегия войны у нас интересна. Подпишись.